Сейчас, моя хорошая, сейчас пойдем гулять с папой. Где же эта жилетка, которая... Ночевал дома, не подходит к телефону. Илья, ну, наконец-то, я тебе обзвонилась. Илюш? Илья, что с тобой? Деньги не трогай, поняла? Спать буду. Я не спал 3 дня. Как ты не спал 3 дня? Ты вчера спал со мной ночью, ты не помнишь? Да, не помню. Я вообще не помню, как это заказалось. Ну, деньги. Ну, прекрати свои шуточки. Послушай меня. Илья. Илья, ну поговори со мной. Ну, что ты всю неделю такой ходишь? Илюша, ну подожди. Ну, мы сейчас уйдем с Юлькой гулять, ты будешь спать спокойно. У тебя неприятности на работе, да? Ну, так расскажи мне. Расскажи, тебе станет легче. Да иди ты к черту! Будем бегать, на площадке будем бегать. Какие у тебя планы сегодня? Никаких. Я не понимаю, мы едем или нет? Да едем, время. Едем. Сейчас, у меня подождите минуточку, ладно? От головы вроде бы. Ну, голова не попа, завяжи и лежи. Когда же этот месяц кончится, а? Что, она тебя так раздражает? Нет, она меня почти совсем не раздражает. Меня вся эта ситуация раздражает. Если ее мамашка буддист через месяц не появится, я тебе клянусь, я с милицией буду ее искать, понятно? Да, днем раньше, днем позже, какая разница, все равно уже поздно. В смысле? Ну, в смысле, что мать-то все равно к телефону не подходит. А. Так. Ну что? Поехали, поехали, поехали. А ты нормально себя чувствуешь? Отлично. Слушай, давай я с Павловой поговорю. Ну, пусть она ее к нам пристроит, чтобы она все время была на глазах. Мне не важно кем. Курьером, на неофициальной основе. Курьером? Это интересно? Да, ну каким курьером? Вы что, где она носится с тобой? Что, пусть она в зоопарке шатается целыми днями? Это лучше? Ну, пускай в музей сходит, в театр. Что-то это смешно. Олег, не говори ерунду. Я за курьера, а вы, кажется, куда-то опаздывали. Погнали. Все, поехали. Ну, что ты стоишь? Ты не слышал? Мы же куда-то опаздывали. Погнали. Опа, ну, давай. Опа. Опа, ловлю. Не знаю, меня перспектива сада совершенно не пугает. Мне самого в ясли отдали, когда мне еще года не было. Мама категорически против. Говорит, будет сидеть. Ай, мама будет пить кровь. Ты же знаешь, она встала штыки против няни, теперь против сада. Ой, ах ты! Нет, она, конечно, бесспорно любит Юльку, но не может с ней находиться 24 часа в сутки. Убежали, убежали вот сюда, убежали сюда, на эту гордку. Я не знаю. Поползли, поползли. Поль, давай начнем с этой группы, как ее? Краткосрочного пребывания 3 часа в день. Да, оп, умница. И пусть себе ходит. А то мы потеряем этот прекрасный сад и вообще без места останемся. Ну, как я маме скажу? А я сам ей скажу. Ты? Да. А что? Когда мы разъехались, у нас с твоей мамой сложились прекрасные отношения. Да. Я заметил. Полин, у тебя все нормально? А что? Ну, я просто знаю тебя. Бежать? Что случилось? Да ничего, просто побегай, побегай. Не выспался. Блин, я хотел тебя попросить посоветоваться, вернее. Может быть, нам
официально оформить развод. Просто так было бы удобно именно сейчас. Да? Ну да. Мне кажется, так неправильно, в подвешенном состоянии. Все, значит, все. Да. Что? Ты прав. Все, значит, все. Зачем цепляться, тянуть? Юль! Извините. Здрасте. Здрасте. Я новая медсестра Лада Ермилова. Здорово. Только твоя смена идет так где-то полчаса. Ничего, нормально? Да с мужем ругалась все утро. Ну, у нас это святое. Это дай журнал. Что значит дай? Можно напишу, что на полчаса раньше пришла? Можно? А что такие подарки, я не понимаю. Только то, что ты с мужем ругался. А ты замужем? А что, не видно? Ну, значит, должна меня понять. Обалдеть. Пожалуйста. На. Обалдеть. Давай. Ну что? Что? Поздравляю с первым моим рабочим днем. Думаю, сработаемся. Думаю. Ура, будем кричать позже, ладно? Да. Нина. Лада. Понятно. Нина, пока. Пока. Это Рита, моя сменщица. Очень приятно. Лада, новая медсестра. Очень приятно. Пойдем, мне надо на пост, я тебе покажу Сестринск. А я уже знаю. Мне Лена Михалева показала, я ей подруга близкая. Ну, понятно. Старшую сестру зовут Полина Пастухова. Тоже знаю, тоже познакомилась. Слушай, ты все знаешь, пора заканчивать смену, давай. А, это, что? Если в киндере будет пучеглазик, отдашь мне? Я просто собираю. Мамочка, моя, взрыв мозга какой-то. Нил, слушай, ко мне мать приезжает, вот, проездом будет 2 дня. Она же может у нас пожить? У вас в руках план семинаров и научно-практических конференций на месяц. И напоминаю, что следующая конференция завтра. Вопросы? Как завтра? Подождите, а надо же подготовиться, что-то почитать, ну... Да, вот так вот, сразу и завтра. Потому что мы серьезное медицинское учреждение, и мы обязаны заниматься наукой. А то еще немножко, и все врачи в нашем отделении, они погрязнут в рутине. Еще немного превратятся в ремесленников. Понятно. Вы знаете, я буду за вами конспектировать, ну, чтобы не упустить что-то важное очень, ладно? Хорошо, я буду помедленнее. Почему ты мне не сказал, что собрание перенесли на 9? Почему ты мне не сказал, что все-таки у тебя есть мать? Потому что мы с ней не общаемся, я тебе это говорил. Да не так ты мне говорил. Жень, ты куда? Ну подожди, так нельзя, ты поговори со мной. Я опаздываю, не хочу от Павловой грести. Мать приедет завтра. Видимо, ей что-то надо, раз столько лет не объявлялось. Как ее хоть зовут-то? Кого? Маму. Наташа ее зовут. Наталья Леонидовна. Черт. Хорошо, тогда ответь мне, пожалуйста, кто за последнее время был на научной конференции? Никто. Может, кто-то из вас написал какую-то научную статью, только я как-то с ней не знакома. Ирина Алексеевна, ну, мне кажется, писать статьи – это удел теоретиков, а мы ведь все практики. Это же они только языками умеют работать, а мы же рукастые. Ну, во-первых, пошлость вам не идет, а во-вторых, я ваша начальница, и вы обязаны меня слушать. А если вам что-то не нравится, то обратитесь к своей... к своему главврачу. А, я так и понял. С сегодняшнего дня у нас в отделении вводится должность ответственной по научной работе. Ёлки. И эту должность займет доктор Гафуров. Я? Да, вы. Доктор Гафуров, кандидат медицинских наук, перспективный врач. И если он захочет продолжить свою научную карьеру, то мы, коллектив, просто обязаны ему помочь. И мы поможем. Да. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Спасибо.
наше дело у станка стоять, а не наукой заниматься. Что скажете, Иван Николаевич? Ну, я староват для науки. А вы могли бы все заняться. Mm-hmm. Ради чего? Ну, разве только ради прибавки к зарплате. Сколько там за кандидатскую платят? Как будто вы не знаете. Ну, метро хватает. Ну, это зачем? Нет, а разве не интересно узнать что-то новое, неизведанное? Были операции обычные, стали лапароскопические. Ну что, теперь вместо рук оптические приборы? Почему? Есть операции, которые полностью роботы делают. Да, поговори с человеком, подержать его за руку, сказать, что у него все будет хорошо. Или сообщить детям, что их мама умерла. Тоже роботы будут делать. И ведь не только тела врачуют, но и души людей. Ну, все правильно говорите. Только почему с такой иронией? Олег Михайлович, я совершенно не про это говорил. Костик, Костик, ну ты-то рад за меня, а? Слушай, Салам, ты вот с этим вот ты попал. Здравствуйте. Здравствуйте. Вероника? Да. Очень приятно. Меня зовут Иван Николаевич. Здравствуйте, Салам Магомедович. Константин Германович. Сергей Анатольевич. Очень приятно. Смотри, что я нашла. Чего ты нашла? Что, подарки? Ага. Ну, заказы. Зачем заказывать? Я сама все куплю, поеду. Только ты мне денег дай. А что застыл, Салам Магомедович? Открыл холодильник. Замерзнешь. Пойдем, там, мороженое там. Пойдем, поболтаем. Пойдем. До свидания. До свидания. До свидания. Ты с Павловой поговорил? Марина поговорит. Ладно. Не, ну Брагин, конечно, дает, да? Да уж, обзавестись дочерью в 40 лет, конечно. Да это здорово, такая девочка очаровательная. Ему просто повезло. А по-моему, эта очаровательная девочка ему голову морочит. А по-моему, плов пропал. О, фу. Ирина Алексеевна, я не против кафедры и науки как таковой. Просто странно, что вы со мной это не обсудили. А я не думала, что я каждую запятую обязана с вами обсуждать. Согласитесь, это просто запятая. Вы не раздражайтесь, Ирина Алексеевна. Я же сказала, что я не против. Замечательная идея, на самом деле. Спасибо. Я по другому поводу. Да, я слушаю. Насчет Вероники, дочки Брагина. Я знаю, кто. Я помню, что мы с вами уже говорили, но все-таки там сложная ситуация. Ее мать уехала и вернется только через месяц. Mm-hmm. Ребенка совершенно некуда девать. А мне кажется, что в ее возрасте нужно, чтобы ребенок всегда был под присмотром взрослых. Я прошу вас пристроить ее курьером в наше отделение. Марина Владимировна, как вы себе это представляете? Я не могу ее взять на работу. У девочки нет еще 18. Ну, я проконсультировалась в отделе кадров. Ее можно взять по трудовому договору на время летних каникул. Ну, вот видите, как хорошо. Вы все узнали, обо всем проконсультировались. Чем я могу помочь? Я прошу вас это сделать. Хорошо. Я подумаю, что с этим можно сделать. Я что-то хотела у вас спросить важное. Документы, которые я для вас собирала, как вы посмотрели? Да. Ну? Что? И что? Нашлись какие-то несоответствия? Нет. Уровень летальности даже упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Да. Мне интересно, зачем министерству этот уровень летальности, ну, по экстренной хирургии? Да, мне еще тогда показалось это очень-очень странно. Ваш сын. Ну, помните, вы мне говорили, что ваш сын хочет перейти на другую клиническую базу. Он определился? Не помню, когда я вам это говорила. Ну, значит, он мне сказал. Может, он? Да. Он уходит в Боткинскую. Хорошо. Я рассматриваю одну замечательную девочку. Я скажу, что место освободилось. Так, ну, видимо, мне нужно будет поехать в Ярославль и поговорить с этим своим другом. Башку ему оторвать. Он сейчас в Англии.
в языковом лагере, это раз. А два, что ты ему скажешь? Жениться на ней заставишь? Олег, срок уже слишком большой, чтобы что-либо делать. Мама сказала рожать. Мама сказала. Мама ей сказала. Ты сама еще ребенок, какой рожать? Ты куклы когда последний раз играла? Рожать. Я тоже так думала. Я тоже так думала. Но понимаешь, что это живой человек. Его нельзя убивать, понимаешь? Я хотела сделать аборт. Мы с мамой из-за этого даже поссорились. Понимаешь, что происходит в этом мире? Ну, что это? Война. Война в головах людей, в сердцах. Люди перестали думать друг о друге, они думают только о себе. Они во всем ищут выгоду себе, понимаешь? Но ты же не разводишь, ты же борешься своим скальпелем, ты спасаешь людей. И я тоже хочу бороться, понимаешь? Хочу. Я хочу родить этого ребенка и вырастить его неравнодушным, понимаешь? Я Толмачёва Антонина Ивановна. Так. Вот у меня паспорт, трудовая книжка, страховой полис из отдела кадров, жировка. Всю жизнь с собой взяли. Только да. Комсомольский забыли, да? Надо было, да? Господи, вы зачем пришли-то? У вас что, болит что-то? А мне врач нужен. А я вот как должна была понять, что вам врач нужен? Ну, я вон сижу, подошли бы, сказали. Я же мысли не читаю. Ну, сейчас я найду. А, девушка, у вас тут все бегают. Я с такими пустяками пришла. Пожалуйста. Врача мне неудобно беспокоить. Ну, неудобно. Здесь говорить. Очень даже беспокойные врачи. Очень даже удобно их беспокоить, Олег Михайлович. Посмотри, пожалуйста, женщину. Она какая-то такая потерянная, кипа документов с собой, вся жизнь. Пойди посмотри. Ну, что, люди вон с завещанием приходят сюда. Надо посмотреть, мало ли чего. Посмотрим. Что с Вероникой решили? Решили. Кто меня спрашивает, решили. Ну, они с мамашей своей решили. Оставляют ребенка. Нифига себе. Ей 15 лет. Молодец. Какой ребенок? Жеребенок. Ужас. Да. Слушай, скажи, за какие такие грехи Господь мне послал такую умную дочку? Умную? Может, не твоя? Ой. Да не вообще похоже. Похоже. Характер говнистый. На меня, да. Вас доктор посмотрит. Женщина, за мной пойдемте. Да, отдайте доктору. Хорошо. Мы вчера с внуками играли. Я из подушки для иголок сделала ежика. Так. Такого. Рыжая подушка. И вот туда иголки понатыкали. Вот. Все. Ну, а дальше вот. Что было? Ну, потом я его стала укачивать. Кого? Ежика? Ежик. Ежик. Ну, дальнейшая судьба ежика мне не очень интересна. Меня вот душа беспокоит, что с вами произошло. Доктор, я на него упала. В смысле? На ежика. Так. Вот ребята смеются, говорят, что бабушка, что ты делаешь? Не могу. Вот ежик. Покажите мне, как можно было упасть. Доктор, я не помню. Я помню только, что несколько иголок вот этих вошли вот сюда. Хорошо. Давайте сделаем рентген грудной клетки. Не надо рентгена, не надо рентгена. Иголки маленькие, они сами выйдут. Так. Я к внукам хочу. Ну, давайте все-таки займемся вашими иголками сначала. То мало ли во что вы захотите потом поиграть. Здрасте. Здрасте. Вы новенькая? Да. Сегодня первый день вышел. Меня Лад зовут. Куликов Сергей Анатольевич. Очень приятно. О, здорово. Привет. Что у вас? Зимин Василий Иванович, 43 года, выпал из окна 5-го этажа. Подозрение на перелом костей таза. Открытый перелом правого предплечья, закрытая черепно-мозговая травма. Ну и ярко выраженное алкогольное опьянение. Рука иммобилизирована шиной. Заметно. Так, давайте на рентген. Лада, кровь, общая биохимия, алкоголь, ВИЧ, гепатит, моча общий.
рентген костей таза, грудной клетки, правой руки, черепа и УЗИ брюшной полости. А как ему удалось упасть-то? Да говорят, курил у окна. Наклонился и привет. Да. А кто нашел, кто вызвал? Соседка. Что, говорит, запойный? Да нет, сказал, вроде не запойный. Сказал сын у нее, я там телефон его записал. Я не вникал сюда. Ага, не запойный. Ладно, надо будет до сына дозвониться. Что, с пятого этажа упал? Угу. Я говорю, везет. Звали? Олег Михайлович. Да, вот, коллега, хочу про эту больную диссертацию написать, кандидатскую. О. Ищу научного руководителя. Ну, зачем вы так, а? Ну, ладно, ладно, не злись. Смотри, вот случай, как ты любишь. Это что, иголки? Толмачева Антонина Ивановна, 58 лет. Самообращение, предварительный диагноз, инородные тела, молочной железы. Да, это иголки. Так, ну, две я вижу, а вот третья не очень понятно где. А я вот не очень люблю, когда непонятно где. Ваши действия? Давайте сделаем еще одну проекцию. Ну, слава богу, ты сделал это, давай. Хватит уже, а? Елена Андреевна, будем делать еще снимок. Хорошо. Ну, вот, слова не мальчика, а мужа. Ну что, крыло и гребень подвздошной кости точно сломаны. О, кошмар. Перегар такой, как будто он месяц бухал. А вот с головой не все ясно. Снимки нечеткие, во время рентгена дергался. Придется Шеймана вызывать, чтобы посоветоваться. Что у вас? Уши, почки. Эритроциты в моче есть? Есть. Много. Так. Пузырь целый, контуры четкие. Отлично. Ну, кровь в моче, наверное, из-за почки, либо из-за гематомы. Биохимия готов. Давайте. Моя помощь еще нужна? Соня, ты вернулась? Тихо. Уважаемый. Спокойно. Лежим, расслабляемся. Угу, спасибо. Ох, это уже не кандидатская, это докторская. Это уже мне. Короче, и так далее. ЦЕшка, 54 штуки. Долго еще? Да нет, немножко еще осталось. Чего, у тебя настроение так? Я смотрю, не фонтан? Не спрашиваю. И не спрашиваю, я вижу. Я тоже не в ударе. Короче. Девчонки. Танька. Привет. Господи, Толя. Привет, мои хорошие. Привет. Как же я соскучилась. Толя, да? Мы тоже тебя давно не видели. Серенький костюмчик, коса, все на месте. А что ты не заходишь? Идет. Я хочу к вам вернуться. Что, тебе так Шейнман достал? Достал. Что, пристает? Знакомая история. Зараза. Танечка, Танюшенька, а почему вы здесь, не у нас в отделении? Здравствуйте, Юрий Михайлович. Девочки. Какими судьбами к нам? Девоньки, дело в том, что у вас в отделении никак не способны без меня поставить правильный диагноз. Конечно. Да, у нас вообще сейчас такая нехватка специалистов. Острая. И в какой же палате ждет меня, как бога больной земли? А богов сейчас ожидает в шестой. Очень хорошо. Танюш, вы сегодня изумительно выглядите. Мужчина 35 лет. ДТП черепно-мозговая. Я думаю, что на закате ваша красота еще более романтична. О, вторую. Вторую смотровую. Спасайте, что делать? Не знаю, Танька, серьезный подход. По-моему, это было приглашение на ужин, перетекающий в завтрак. Ты издеваешься? Ну, я не знаю, как там, линяй. Типа да, типа нет, типа не могу. Ты как? Не оставайся с ним наедине. А почему? Тань, ну ты определись, он тебе нужен или не нужен, а то мы его вернем. Юрий Михайлович! Юрий Михайлович! Пугалась. Находим пневмоторакс на стороне поражения. Что вы собираетесь со мной сделать? У вас в плевральной полости воздух. Нужно выпустить, чтобы вы не задохнулись. А еще в самой верхушке сердца иголка. Мы его будем извлекать. Воздух удаляйте. А насчет иголки вы меня обманываете. Я про это слышала. Если пациент не молодой, так хирурги с ним тренируются, научные опыты ставят. Что делаем? А что умеем, то и делаем. А где ваши внуки? А какие внуки? Ну, вы же с кем-то оставили внуков. Кто вы? Давайте начинаем. Что случилось? Начинаем. Что? Ну, ничего страшного, я у него здесь не вижу. А кровь в моче у него от предбрюшинной гематомы, пропотевающего мочевой пузырь. Или сильные ушиб почки. Собственно, обычная терапия.
У нас же доктор. Вы, оказывается, не только в мозгах умеете разбираться. Дело в том, доктор, что у меня просто есть свои собственные мозги, поэтому я хорошо разбираюсь в чужих. Сейчас запутали, доктор. Тихо. Я случайно упал, у меня закружилось. Соня сидит, спокойно. Куликов, за каким хреном ты меня сюда позвал? Не видишь, у него очень простой диагноз. Белая горячка называется. Тихо. А вы чего плюхаетесь? Вы же не Соня. Все. Я не Соня, я Лада. Третий куб калюльма успокоительно не берет. Конечно, столько спиртного в организме. Берем его на стол, готовьте операционную. Привет. Привет. А что это мы несем? А это подарки. Поздравляю с свадьбой, Иван Николаевич и Сергей Анатольевич. А ты, кстати, скидывался? Свадьба для меня не праздник. Так что я скидываться не буду. Что значит не буду? Вообще скидывался в наше отделение. Как ты сейчас сказала? Наше отделение? Да, наш. Артем, зайди, пожалуйста, ко мне в кабинет. Здравствуйте, Вероника. Здрасте. Марина Владимировна сказала, что вы хотите у нас подработать курьером. Да я хоть кем. Да, я на все готова. Да? Да. Ну, я подумала, это можно, в принципе, устроить. Зайдите в отдел кадров. Я позвонила, предупредила. Что, серьезно? Девочка, вы хотите работать? Конечно. А где эти кадры? У папы спросите и паспорт. Хорошо. Возьмите. У вас паспорт есть? Есть. Вот, хорошо. Хорошо. Вы скидывались? Что? Ну, все скидывались на свадебные подарки Куликову и Хромову. Вот я уже купила, будем с ним вечером поздравлять. Вы платили? Ко мне никто не обращался. Пожалуйста. Красиво. Вместо подарков. Ирина Алексеевна! Мам! Проходи. Мам! Садись. А ты что с ней такая добрая была? Я думал, ты ее пинком под зад. А я не могу ее выгнать. За нее Нарочинская попросила. И? Нарочинская обнаружила карту Рахмонова. Все поняла, все знает. Да ничего она не сделает, мам, я тебя умоляю. Ну, пожалуйста, не трещи сейчас, а мне и так голова болит. Тем, ты переходишь в Боткинскую, в нейрохирургию. Не договорился. И, пожалуйста, Тема, милый, пойми, пора взрослеть. Пора становиться самостоятельным. Тем, там тебя прикрывать будет некому. Пожалуйста, взрослей. Пожалуйста, становись самостоятельным. Это вынужденная мера. Я тебя потом опять сюда верну, как только будет возможность. Мам, спасибо тебе большое. Ты не представляешь, как я тебя люблю. Я Михайлович, надо пацанку сфотографировать. Такой интересный случай. Мы потом сможем семинар провести. Очень интересно. Слушай, ты со своим научным энтузиазмом пропустил самое главное. У нас тут попытка суицида налицо. Ничего себе, иголка в сердце. Ну, это невероятно. Да. Это у вас такая передача, очевидно, невероятная. Помнишь, Капица вел? Добрый день. Разряд. Ставь 150. Разряд. Что ж такое? 108 ставь. Разряд. Не понимаю, почему остановка? Все нормально ведь было? Да черт его знает. Ну, давай. Разряд. Все, можно работать? Подожди, надо проверить все. Вы вообще рентген делали головы? Делали. Шемин смотрел, сказал, нормальный снимок. Так, давление повысилось. Давайте работать. Так, делаем репозицию отломков лучевой кости. Очки направьте мне. Зажим. Сейчас, секунду. Заприте шкафчик с препаратами группы Б и приберите здесь. Я слушаю вас. Ирина Алексеевна, да? Я вынужден отказаться. Какой из меня ответственный за науку? Он, Брагин, иголки сердца достает, а я что? Как я не поняла? Как?
Вам что, не нравится ваша новая должность? Нет, мне не нравится, как это произошло. Быстро, без моего согласия. А. Ну, это да. Возможно, вы правы. Но я просто, знаете, как подумала? Я думала, если я вам предложу, то вы откажетесь. Я? Ну, да. Потому что вы очень скромный человек. Застенчивый, интеллигент. А хирургия штука суровая, жестокая, жесткая. Надо преодолеть в себе вот эти вот комплексы. Вы же не хотите оставаться заурядным хирургом. Вы же хотите расти, двигаться, чего-то добиться в жизни, в медицине. Вот мне Брагин то же самое говорит каждый день. Видите? Просто я думаю, что не справлюсь. Да вы даже себе представить не можете, на что вы способны. Вы справитесь. Хорошо, мне нужно подумать. Да, это ваше право. И никому ни слова о нашем разговоре. Потому что вы даже себе представить не можете, сколько у вас в отделе независимых. Ну вот, главное, чтобы он все время находился в таком положении. Сын, дозвонились? Да. Скоро подъехать должен. Говорит, отец две недели пил. Ну, понятно. Не, не надо. Не фиксируйте. Мы ему много седативных ввели. Ну и потом, он как раскорячили мужика, пусть так полежит. Следите за тем, как он будет из наркоза выходить. Потому что в операционной остановка была. Непонятно почему. Следите, хорошо? Да. Сергей Анатольевич. Да. А вы сегодня дежурите? Дежурю. Я тоже. Ну, отлично. Будем дежурить вместе. Пока. Пока. До свидания. Нина? Танька? Пока, я побежала. Пока. О, нет, что? Подожди. Тебе что, мы этот... Шейнман, караульт. Ну, что делать? Что делать, что делать? Выкручиваться. Дуй в ординаторскую. Что ты задумал? Ну, придумаю я. Иди, посиди быстрее, сделаю. Слушай, Юрий Михайлович, тебя там к телефону срочно говорят. Будешь подходить? Нинка, это чертовски не вовремя. Ну, не знаю, давай скажу, что нет тебя. Говорят, срочно. Я тебе последний раз хочу прошу привязывать. Это очень странно выглядит. Такое ощущение, что они женились друг на друге. Только Иван Николаевич совет, а Сергей Анатольевич любовь. Так, другого не было. Если кому-то что-то не нравится, я на самом деле один здесь все эти шары дул. Все очень нравится. Просто надо было меня просить. Я бы нарисовала. Я очень неплохо рисую. Это замечательно. Бери шары и украшай. Я-то украшу. Только знаете, как нужно было сделать? Плакат, куча кровища, крест-накрест, скальпель с зажимом и слоган. Живите со своими женщинами долго и счастливо и обязательно умрите в один день. Слышал, да? Да, учитесь. Ой. Я уберу подарки в шкаф. Правильно говорит. Мне все это тоже очень не нравится. Это какие-то розовые сопли у нас. Стоп, стоп, стоп! Что за розовые сопли? Что за настроение? Главное, внимание, им понравится. Опа. А меня к вам на лето берут курьером. Ха, вау, класс! Значит, можно будет тебя поэксплуатировать? Туда-сюда, так сказать, в магазинчик сбегать за йогуртиком. Можно? Можно? Слушай, когда пойдешь, загляни в бакалею, там такие хорошие продавцы. Я же не сказала, что всем можно. Можно только Костя. Ясно? А, ясно. Можно только Костя. Алло. Алло. Да. Нина, кто это был? А я откуда знаю? Ну, что ты знаешь? Там же гудки. Ну, сорвалось, господи. Ну, перезвонят. Пока, Юр. Пока, Нин. Угу, пока. Удачи тебе. Вечера хорошего, невесту хорошего. Ой. Добрый вечер. Добрый. Скажите, Толмачева Антонина Ивановна к вам поступила? Угу. Мне позвонили, я прилетел первым же рейсом. Ну да. Ее прооперировали. Не волнуйтесь, состояние удовлетворительное. А что с ней?
вас врач Брагин, сейчас позову, он вам все скажет, не я, правда. Посидите, подождите, пожалуйста. Что ты хочешь? Нет, слушай, у меня настроение веселиться, правда, честное слово, нет. Я поздравила всех там, в личном порядке. Там сын Калмачева приехал. Пойдем, поговоришь. А, да. Пойдем. Это, ты не грусти, грустить не надо. Не буду. Пойдем. Бред какой-то. Как вообще в себя можно так иголки вогнать? Доктор, скажите, а когда ее можно будет уже забрать? Когда ее выпишут? Через 2 недели. Понимаете, я прилетел сюда из Чехии, меня отпустили буквально на 1 день. У меня там работа, семья, дети. Так она что, здесь одна? Послушайте, это, конечно, не мое дело, но вашей маме нужен специальный уход. Ее нужно положить в психиатрическую больницу. Нет. Я не могу. Она моя мама. Она была счастливая, веселая, радовалась жизни. А если я ее определил, как вы говорите, в психушку, это значит, я признаюсь себе, что она больная. Да она реально больна. И когда-нибудь она что-нибудь с собой сделает, только рядом скорой помощи не окажется. Сделай для нее что-нибудь. Позаботься о ней. Иду в свою Чехию. Иди посиди рядом с мамой, хоть за руку ее подержи. Чего ты на меня смотришь так? Меня тоже пойми. Я же не говорю, что мы прям 100 лет женаты. Про маму-то я имел право знать. Я-то уверена, что родители умерли. Ты мне так сказал. Я помню, что ты это сказал. Я сказал, что их нет. И это как понимать? Хорошо, я тебе объясню. У меня была сестра. Девочка. Ты это знаешь. Я знаю. Она погибла. Ты это тоже знаешь. Да. Ее сбил мотоциклист. Она не сразу умерла. Сначала была кома, потом все. Это произошло из-за Наташи. Из-за матери. Она потащила сумку через дорогу и решила перебежать. Лень было дойти до пешеходного перехода. Многие так делают. Чего ты считаешь, что она специальная? Слушай, ты не знаешь, ты не говори. Она пьяная была. Не кричи, я же тоже пытаюсь понять. Возвращалась Соня от подруги. Стала пить после смерти отца. Скучно ей, видите ли, было, не с кем поговорить. А я тогда в клинике работал в Саратове. Ну вот приехал бы там все вот это, увидел. Сестру похоронил, с матерью я больше никогда не разговаривал. Зачем? Мне это просто не нужно было. Я не знаю, что она, чего, как. Нет, конечно, знаю, что вроде жива. Не звонит она иногда. Женька. Женька, господи, да боже мой. Соне было 9 лет. 9. Это первый раз, когда я увидел, как умирают дети. С тех пор я это видел много-много раз. Вот поэтому я не хочу иметь своих детей. Понимаешь? Илья, вставай! Илья! Илья, у тебя сегодня выходной? Тебе не нужно на работу? Ты меня слышишь? Сколько времени? Тебе все обзвонились, ты проспал. Что с тобой происходит?
А что ты меня не разбудила? Я только что пришла, я была на работе. Почему ты меня не разбудила? Я была на работе. Где рубашки из чистки? Не знаю, я их не забирала. А кто знает? Зачем я тебя вообще здесь держу? Шантажировала. В смысле? Да в прямом. Надо было поднять карты по летальным. Я все внимательно посмотрела и наткнулась на очень интересный случай. Рахмонов Абдулла, помнишь? А, помню. Вот. Артемка там накосячил. Именно. И вот в этой карте все переписано, перечеркнуто, какие-то новые листы вложены и все диагнозы перепутаны. Слушай, ну с кем не бывает. Я помолвил, ты знаешь, сколько косячил? И в операционной, и на диагнозе меня потом зав. Отделением заставил переписывать. Да вышли. Да от салаги мало чего зависит. Павел, слушай, ну а что не сделает мать ради родного дитя? Угу. В общем, короче, я ей про все напомнила. Она все поняла. И не возражала. Марин, зачем тебе это? Она тетка-то ведь непростая, злопамятная. Ну, знаешь, я вообще тоже не плюшевая. О-о-о! Тихо. Не, ну пусть знает, с кем имеет дело. Слишком много на себя берет. Зато девка твоя будет пристроена на целый месяц. Так спокойно. Может, ты? Это нравится. Нравится. Хорошо, девчонка. Только это не повод, чтобы она жила здесь дольше. Да, ну ты нас увидишь вдвоем сразу же. Че ты из меня чудовище такое делаешь? С ума сошел? Как я в таком положении девочку в этой ситуации выгоню? Нет. Что ты творишь? Не спрашивай. Так, месяц и ни одним днем больше. И не смей меня задабривать с помощью секса, браки. Ну, давай я тебя разозлю. Тихо, тихо. Ты как маленький. Сергей Анатольевич! Сергей Анатольевич, вставайте! Что случилось? Он разбился. Кто разбился? Ну, этот, алкаш, Демин. Как разбился? Там вроде первый этаж. Говорит, змея, змея. Я пока за этой шваброй побежал, прибегаю, его уже нет. Вот. А он мне... Вот. Я захожу, я его... Какая не... змея? Ну, я думаю, правда, змея. А он сказал, что... А я смотрю, в окно он лежит, не шевелится, я думаю, все уже. Потом что, слышу... встать-то, быстро закатал. Живой. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Руку, руку. Соня, Соня, Соня. Так, руку не убирай, все, Соня, так Соня. Все, успокоился. Тихо, тихо, успокоился, все. Все, все. Ну, похоже, все по новой. Что же вы не уследили-то, а? Я следила, а он змея, змея. Я поверила и побежала за шваброй. Вот какая змея? У него горячка белая, змея. Так, быстро. Сейчас на каталку и сразу операционную. Раз, два, три. Раз, два, три. О, все. Вот. Соня, Соня здесь, Соня здесь. Поехали. Все. Куда же наденешься? На тур. Да. Все. Аккуратно.